Знаком Министерства образования Республики Беларусь, отличник образования Республики Беларусь, награждаются Антошин Александр Анатольевич, доцент кафедры информационно-измерительной техники и технологии. Иванов Игорь Аркадьевич, декан механико-технологического факультета. Кулешов Николай Васильевич, заведующий кафедрой лазерная техника и технологии. Лазаренков Александр Михайлович, заведующий кафедрой охрана труда. Петюшек Евгений Евгеньевич, профессор кафедры технологии и методики преподавания. Грамотой Министерства образования Республики Беларусь награждаются Барташ Петр Романович, доцент кафедры гидропневмоавтоматики и гидропневмопривода. Владыка Юрий Витальевич, заведующий кафедрой электротехника и электроника. Валежанин Виктор Александрович, старший преподаватель кафедры тактики и общественной и общевоенной подготовки. Воробей Роман Иванович, заведующий кафедрой информационно-измерительная техника и технологии. Голиков Владимир Федорович, заведующий кафедрой информационной технологии и управления. Гульков Геннадий Игнатьевич, доцент кафедры электропривода и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов. Данильчик Сергей Сергеевич, заместитель декана инженерно-педагогического факультета. Капитонова Светлана Михайловна, комендант 18-го учебного корпуса. Ковшев Сергей Николаевич, заместитель декана строительного факультета. Колосовская Анастасия Николаевна, заместитель декана архитектурного факультета. Кравченко Сергей Егорович, заведующий кафедрой строительства и эксплуатации дорог. Кузьмичева Людмила Павловна, заведующая отделом научной библиотеки. Сорокина Алла Ивановна, заведующая кафедрой современных европейских языков. Хоменко Светлана Анатольевна, заведующая кафедрой английского языка номер 1. Шелик Валерий Константинович, заведующий кафедрой технологии машиностроения. Почетные грамоты Министерства образования Республики Беларусь награждаются. Казацкий Александр Васильевич, доцент кафедры технической эксплуатации автомобилей. Короткевич Александр Васильевич, доцент кафедры технической эксплуатации автомобилей. Короткевич Михаил Андреевич, профессор кафедры электрических систем.
Качанов Игорь Владимирович, заведующий кафедрой кораблестроения и гидравлики. Кочергин Анатолий Иванович, профессор кафедры металлорежущих станков и инструментов. Кочуров Вадим Александрович, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования. Круглов Георгий Георгиевич, доцент кафедры гидротехнического и энергетического строительства. Лобач Иосиф Иосифович, доцент кафедры психологии. Немененок Болеслав Мячеславович, заведующий кафедрой металлургии литейных сплавов. Рак Николай Александрович, профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций. Селюк Степан Макарович, профессор кафедры электрических станций.